что, встретили вчера мы Дарью. Вот, с утра позаранку уже идем по опять этой тропе. Доделывает наш вчерашний проект «Прыжок в воду». Съемка со дна. Пацаны настроились, уже выпили кофе. Молодежка обычно в жовле собирает. Я хочу. Зачем? Москву забрать. Ну, я для винтов. Вот зеленый с моей красивой. Ночью был дождь. Погода вроде спорта, но сегодня как бы прошел буквально час, и все это разгулялось. Опять солнышко. Тут говорят, вода теплая, поэтому попробуем сейчас снять прикольные прыжки в воду. Все желуди собрали? На обратном пути еще. Забрали. У Дашки диета, она ест желуди только. Только зеленые и только... Шашлыки там всякие. Сыром. Да, пробовал желудевую шашлычку. Дашка увидел детскую скульптуру, давай с ней фоткаться. Я хотела сфоткаться на принце на белом коне. На принце? Я дождалась с принцем на белом коне. Вот конь, а вот принц. Это не принц, это богатырь. Тихо, народу никого вообще. Пляж пустой практически. Кроме нас. Кроме нас, да. Подготовка. Животные любят Шурика. Кто за ним кошка охотилась тут весь день. Теперь за ним охотится чайка, короче. Пыталась подкрасться сзади, но... Только страдашка про белку говорила, и вот мы ее встретили. Ага.
четвертый день сегодня. Сегодня холодно, солнце ушло, как бы солнца не было сегодня, рано утром был дождь. И сразу без солнца здесь, конечно, становится холодно. То есть даже не верится, что вчера еще купались. Тучи, прохладно, народу никого нет, вообще как будто все вымерло. Такая вот тишина. На завтраке мы вообще одни были. Реально прохладно. Такой ветерок северный как будто. Не очень-то и весело становится. Приехали к Ласточкиному гнезду. Начинается дождик, как всегда. Вот так это выглядит со стороны. Мы попробуем подойти поближе, если начнется какой-то ураган. Так, мы уже почти подошли, да? Уже рядом. Еще чуть-чуть, потом долгая дорога наверх. Смотри, какая кошка там лазит. Охотится на какую-нибудь мышку. Вообще, конечно, Крым такой, да? Кошек много. Да, вообще кошек много. Еще, да, надо? Давай, пахнет. Встал? Да. Че? Большим, да, так. Таким дворчиной, прям как, а тут такая. Фундамент висит наполовину, как стрёмно. Корабль пришел. Опять что ли? Ну да, это уже после него то же самое было. Да, в детстве он казался гораздо больше. Почему-то такая маленькая конструкция оказалась на самом деле. Цель выполнена? Что, наверх? Пойдем? Пойдем. Да. Ах, это сумма. Да это не так. Что там? Разошелся ветер, мы приняли решение ехать на фуникулёре. Серёж! Иди, малышочек. Как и предполагалось, дорога вверх не такая интересная, позитивная, как дорога вниз. Идем уже 10 минут, уже что-то хочется полежать.
нашли какую-то кафешку хорошую. Решили рискнуть здоровьем, перекусить здесь. Есть некоторые опасения. Вот пицца. Ну, по крайней мере, привыкли к пицце. Уже не будет так это. Тяжко. Да. Будет веселее. Потом можно уже искать дальше, там, поехать наверх, там, какой-нибудь, не знаю, шашлык там. Машлык. Я видела по дороге, был какой-то ресторан, стейк, кабан, что-то такое, стейк, еще что-то. Ну, окей. Прикольно что-то. Парни, выбирайте, уж я пиццу не буду. Цените, какая радуга. Такой ветерок, да? Ничего такой, ветрище. Слушайте, она двойная. Да, радуга вон двойная, кстати. Одна радуга, вон вторая. Куда полезла ты, Даша? Ну, так мило, ну, где же? Сделать нормально. Сумасшедший, что ли? Денису нас сейчас что, посыти? Я не сыти, идите сюда, чё. Даша, ты что, псих, что ли? Что ты, чё, прыгай? Даша. Идите сюда, не все отрадим. Давай мы тебя сфоткаем. Мы тебя сфоткаем, конечно. Полезла через забор, куда залезла, вообще бешеная, блин. Сейчас из церкви охранниками будут. Ты туда нельзя лазить. Слушай, Даша, улыбнись. Да Саня, ты что такой паникёрка? Блин, ну красотища там, конечно, не знаю, вообще. Высота. Чё? Круто? Да. Только я хочу на тут камень попасть. Нормально, нормально. А, может, они полезны, ты отсюда? Нет, перелезаем. Я жить вот тут парад. Шорты пяти. Там две булочки какая-то. Сыка там вообще. Вы камень отломите. Да что ты слышишь? Тебе. Руку дай мне. Все, пока. Все, пока. Пока не нужно. Должен это заснять. Давайте, я ж не могу спасибо, пропустить этот момент. Полшага сделал. Как Серега будет обратно залазить. Как Серега? Эротичный подъем. Под синий шоу. Синий шоу. Да, я понял. Господи, синий шоу. Только что там половина. Хорошо, давай ты передай, посмотри, что у тебя вывалится. Что, может, выглядит? Давай быстрее. Это монахи бегут. Затем скину тебя. Грешить? Будешь жертву делаешь. Все. В общем, уезжаем. Главная проблема то, что у нас добавилась Даша, и теперь мы не знаем, влезем ли мы все с Васиным чемоданом в эту машину, потому что у Васи чемодан весит там по 30 кило. Он же у нас аквалангист и так далее. И, в общем, пытаемся снять полку, чтобы как-то все это кого-то одного сложить пополам и убрать багажник. Потому что вещей у нас достаточно много. До игры в Тетрис сделали свое. Теперь у нас выглядит вот так. Не знаю, потянет ли эта бедная машина весь этот груз.
Но главное, сильно в горку не ехать, чтобы она так на дыбы не встала. Ну такая это прям. Слушайте, парни, вы прям компактненькие такие. Ну так профессионалы в Тетрисе. Слабо, еще это заслужить. Да сейчас запросто. Гору Мангуб. Решили не убивать машину арендную, взяли вот такой вот джип за двуху. Не знаю, дорого это, недорого. Вот на такой вот помчим-то сейчас. Ну, сейчас, ребят, поедем заберемся. Так, я передумал. Я выхожу. Я только не пойму, он сейчас нас именно в этот крест, ну, вот в этот город повезет, мы там погуляем 15 минут, спустимся обратно, да? То есть мы туда наверх больше не пойдем. Часик он сказал, погуляйте, я вас обратно заберу. Мы сейчас куда едем, 584 метра, ребят, вот 4 мыса торчат у нас, вот это Чамлы-Бурун в переводе с тюрксу, это Сосновый мыс. Вот, вот второй мыс, это мыс Евдеев, там жили караины, занимались выделкой шкур. Там же есть выбитые такие большие ванны прям с колевами, где они замачивали, перерабатывали его. Вот. Третий мыс это ветреный, там люди не жили практически, потому что 5-6 раз в день поток ветра менялся, ну некомфортно было даже в жилье. Но они его использовали как товарообмен, рынок был, по-моему, самый большой был. А вот последний это где было княжество Феодора, итальянский князь был Дорос. Там сейчас из наземных осталось только цитадель, это главное административное здание у них было. Остальное все как бы разрушено. Площадь, плато 90 гектаров. Одно из самых больших, оно считалось. И было, и есть, да. Последние жители были здесь турками. Это единственные, кто их завоевал в 1475 году. И почти до конца 17 века, начало 18-го, здесь были турки. Да. Это нормально, вообще даже не переживайте. Лучше не смотреть, это, лучше не это не страшно. Пока еще. Саша, это нормально. Ходит. Да, я не боюсь, что. Че я? Он видит, что тоже кто-то боялся, кто-то не боялся.
вообще. Держись. Штормит. Да. Ну, станем как хиппи в келье. Блин, одно меня кружит голову. Да, всех кружит голову. Давай. До дневного времени зайти сюда. Они вот здесь все ночевали, утром двери открывались, всех тщательно проверяли, потом вот сюда пускали. Залезли на крепость, на это, в общем. Идем по стене. Мухи, это вообще, это жесть какая-то. Первый раз вижу мух, которые хуже, чем комары. Вот, идем сейчас по стене. Тысячу лет ей. Вообще красота, конечно. Лучше гор может быть только гор, да? Да, красиво есть. Ну что там, да, что интересно? Там подземный город, пещеры и тучек туристов. А мышки такие слазят. Блин, эти мошки, это вообще жесть. Красотища. Высота всего 600 метров, но впечатление там как будто... красивое место. Как будто там... несколько километров над землей, хотя около 600 метров мы сейчас находимся на Дурном море. Видишь, озеро видно. Да, там озеро, тут поселение. Прикольно, да? Такое, да. На Сочи похоже почему-то. Хорошо.
коленом. Опа! Жарковато, да, здесь. А балахон боюсь снимать, потому что мошек столько, что вообще жесть какая-то. Облако, мух. В общем, час здесь мало. Здесь нужно часа полтора-два, конечно, чтобы не спеша все пройти, все посмотреть, пофоткаться без гонки вот этой сумасшедшей. Все, мы уже опаздываем, идем в сторону машины. Можно. Камень, познавательный знак, что мы идем правильно. Здесь много очень ящерек маленьких. Они прям под ногами. Еще раз. Все, практически вышли. Грузимся? Ну все, сейчас 15 минут кошмара, и мы его машины. Не кошмара, а познавательный. Низ будет нормально. Да, два раза быстрее просто и все. Ага. Это воинская часть, вообще их путают постоянно с этой научной этой станцией. Но это на самом деле радары там, локаторы. Это была самая южная точка СССР, и там стоят очень мощные, там 15 тысяч радиусов. Антенны, что-то? Да. Первые потери. Не критичный, пока просто бред выпал. Спасибо большое. Да, что там было? Там дырка была просто, и все. В земле? Нет, к центру земли. А, вот у женщины растут тыквы настоящие. Хорошая кафешка, в общем, все с душой. Корейки растут, судя по всему. Пасека, походу, здесь. Вон пчелы летают прям. Главное их не разбесить сейчас, по-моему. Приятно такой пухнуть. Угу. Свеженький, да, он вообще? Ну да. Еще только просто начинает. Угу. А можно еще одну такую баночку? А, ты тоже будешь? Да. Можно такой? Ты уверена? Да, привезем да. Его? Да. Сейчас. Да, вон там пулей стоит. Прикупили меда. И я. Ну, вот только что мы туда залезали, короче, на эту вершину. Даже не верится, да, что вроде ехали минут 15. Ну, по-моему, да. Нет? Не на ту? Деревню видно вдалеке. Наверное, далеко, да. А через вот эту вот проплешину там. Наверное.
контрольная пьянка. То, что она организовала наш отдых. Там прям видно, что какие-то штольни. Взяли какую-то прогулку на корабле. Жилеты что, найдем?